Все. Я больше не могу есть. Я не знаю, ребят, я не толстею. У меня такое телосложение. Все, вы понимаете? Пепси и Лейс еще остались. Я уже не могу все это в себя впихнуть. Какой нафиг челлендж? Кто потолстеет больше? Не выходит у меня что-то. Ладно, может быть, я в магазине какую-нибудь другую еду найду, которая точно влезет в меня. Ладно, сейчас попробуем. Таёк, Макарёк, опять ты. Так мы еще челлендж проходим. Здорово. Че как? Че как, блин, посмотри. Смотри на меня, я не потолстел, я наоборот похудел. Ты почему худой? Так я не знаю, что-то, видимо, нельзя есть вот такую фигню. Пойду покупать другую какую-нибудь еду, чтобы все-таки наконец-то потолстеть. А карапуз? Где он? Я не знаю, он куда-то туда ушел. Что-то он там вообще уже его разнесло, он капец большой. Стоп, слышишь, слышишь? Нет, не слышу, что слышать? Это ламба, а это гелик. Вот это бумага, а бумага это телек. Все, 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 я тебя понял, я пойду, пожалуй, в магазин покупать новые какие-нибудь продукты. Если не выполните челлендж, с вас 1 000 000 баксов. Нифига себе ты, конечно. Ладно, я выполню этот челлендж. Нужно просто найти должную еду. Шоколадки, точно. На шоколадках-то я точно, меня разнесет. Все, я сейчас буду толстее карапуза, это 100%. У карапуза нет шансов. Тем более, нужно выигрывать. Я заберу все шоколадки с этого магазина. Абсолютно. Ой, правда, смотреть на них не могу. Алло, диспетчер, я его обнаружила. Зиночка, че, кого ты там обнаружила? Я шоколадки не ворую, я их сейчас оплачу. Вор! Да какой вор-то? Сейчас я плачу шоколадки. Я сначала собираю их. Во, вафельки тоже. Стоять! Стрелять буду. То успокойся, Зиночка. Ладно, все, пойдем вместе с тобой на кассу. Я тебя могу отпустить, если... Даже не вздумай, Зиночка. Сходишь со мной на свиданку. Сказал же, не вздумай. Нет, нет, я лучше заплачу за это все, понимаете ли. Вот вам вафельки, Максфан, шоколадки. Тогда цена тройная. Пип-пип-пип. Ты чего, офигела? Так нечестно. Ладно, тройная, так тройная. Вот тебе 5000-ные купюры. С вас 3 000 000. Да, конечно, я жаловаться буду в ваш магазин. Понятно, все, до свидания. Надеюсь, что на шоколадках и на вафлях получится растолстеть. Лайков, 3 000 000 лайков. Ну, пожалуйста, я одинокая мадам. Ладно, постараюсь, я договорюсь со своими зрителями, чтобы они 3 000 000 лайков поставили. Давай сходим, я зову тебя. Не-не-не-не-не, пожалуйста, иди уже давай в магазин свой, давай. Плиз. Не-не-не-не-не-не. У меня Мерседес. Да поздравляю, поздравляю, ребят, ну давайте ей лайков поставим хотя бы. Ну 3 миллиона у нас вряд ли получится, но 30 тысяч сможем. Давайте, 30 тысяч лайков поставьте. И, ребята, нажмите на кнопку подписаться прямо сейчас. Это очень важно, давайте, я вам даю 3 секунды и начинаю есть эти шоколад. 2. Подписывайтесь, бегом, давайте, ну... Это там кнопка подписаться внизу. 1 секунда. 0. Я начинаю кушать. Зиночка, не подглядывайте, пожалуйста. Какой симпатичный. Иди отсюда нафиг, пожалуйста. Все, пожалуй, поем шоколадки. Владус, алло, посмотри сюда, я не могу спуститься. Короче, я съел всего лишь всю половину. А где карапуз? О, нифига ты огромный карапуз. Только не прыгай, это самое главное. Иначе будет хама. Не, ну я, в принципе-то, немножко потолстел. А почему только, но... Это что было, карапуз? Фига, я жирный стал. И мощный. Ты чё, сдурел? Что это было, карапуз? Ты только что под землю провалился. Ты Халк самый настоящий. Нет, ты челлендж пока что точно выигрываешь. Офигеть. Ребята, посмотрите на него. My name is John Cena. О, нет. Карапуз, успокойся. Стой, 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 стой. Я дам тебе шоколадку. Ты, главное, успокойся. Вот, держи. Карапуз. Хотеть вафли. Да вот тебе вафли, держи, все, главное успокойся. Ты меня-то не трогай, пожалуйста. Смотри, у меня только ноги почему-то пополнились. Но больше я шоколадок не могу кушать. На, карапуз, это все тебе. Я пойду, пожалуй, снова в магазин. Ладно, я пополз. Давай, давай, карапуз. Мне страшно на самом деле. Что-то не хочется уже этот челлендж проходить. А где Зиночка-то опять? Ладно, мы по-быстренькому что-нибудь заберем. О, сырники, это мне надо, о. Кыр-косичка, ой, в смысле кыр-сосичка, ой, в смысле сыр. Косичка. Это тоже надо, в принципе, давайте забираем. Это калорийно. Биг Мак один остался только, ладно, он какой-то протухший, я его не буду брать. О, чупа-чупс. Любимый, ты вернулся, я тебя ждала, пошли в кино.
В рестик, ты платишь. Да отстань, пожалуйста, от меня, йог, Макарёк, Зиночка. Сейчас я чупики соберу, мне нужны чупики, очень много. Ой, я даже оплачу. Не-не-не-не-не, не стоит, Зиночка, я чупа-чупсы оплачу, сырок чудо тоже забираем. Ну а чё бы нет, всё-таки на этом мы будем полнеть, и попкорн тоже. Я уже не могу смотреть на еду, если честно. Да погнали, чё? Слышите, я тебя узнала, ты этот, ютубер. Серьезно? А чё я за ютубер, узнала хоть? Если будет много лайков и комментов, то идем на свиданку! Блин, зря я, ребята, вам сказал лайк поставить. О май гад! Комментарий, может, хотя бы писать не будете. Зиночка, знаешь что? Ладно, пробей пока чупа-чупсы, а там посмотрим по лайкам и комментариям. Ну, ребята, не издевайтесь только надо мной. Я знаю, что вы это сделаете, это 100%. Пип-пип-пип. Спасибо большое, сколько с меня денег? Ну, я думаю, что не больше 10 тысяч. Мне просто эти деньги Влад А4 в Майнкрафте дал. Ничего не надо. Почему это ничего не надо? Я должен оплатить, я законопослушный гражданин. У нас же семейный бюджет. Ты подожди, еще лайков не поставили, ёк-макарёк, я попал. Не, ребята, вы точно будете прикалываться надо мной, да, и лайки ставить специально, чтобы я с ней на свиданку в следующей серии пошел. Нет. Ладно, все, давайте. Начинаю есть чупа-чупсы. Все съел. Практически. Попкорн остался и сырок чудо. Йок, Макарек, опять этот халк. Эй, ты что, меня не замечаешь? Уже настолько большой стал, да? Я здесь, если что, карапуз. Я тоже немножко потолстел. Ну почему? Почему мы так различаемся? Сделайте, пожалуйста, скриншот в группу ВКонтакте. Сейчас отправьте это мне в группу ВКонтакте. Ссылка в описании. Насколько мы разные с карапуза. Посмотрите, насколько он большой. О, букашка. Сам ты букашка, не трогай меня. Вот тебе сырок чудо, попкорн. Ну, больше у меня ничего нет. Сырая свинина только есть еще. Я не хочу это. Почему ты это не хочешь? Все, зажрался уже. Ладно, я пойду в магаз, наверное, еще. Я хотеть корова. Какая корова? Карапуз сдурел, что ли, совсем? Блин, это что ж ты будешь делать-то, карапуз с ума сошел от этой, от своей... Че, наелся, теперь бешеный такой. Не, ну в принципе, бабосы еще есть, поэтому я сейчас куплю весь мага... Стоп, а чё пятерочка закрыта, не понял? О, Зиночка, а я хотел спросить, а что с пятерочкой? И не обращай внимания на мой внешний вид. Лайки не помогут. Мне не нравятся такие парни. Пошел вон. Да ты хорош, да не пойду я пока с тобой на свиданку. Во-первых, лайков еще нету. Коротышка. Да ты офигела, что ли? Чё ж пятерочка? Я говорю, почему дверь закрыта? Ой, и случайно, но все равно дверь не открыта. Закрыта. Вы всю еду скупили. В смысле всю еду? Как всю еду? А я и не заметил. Вот так вот. А куда убежал твой друг? Я не знаю, он что-то бегает здесь, прыгает. Может, до дома побежал. Зря я ему сказала. Что ты ему сказала? Зиночка. Что такое ты скрываешь? Говори, что ты ему сказала, мне тоже скажи. Ларек, сказала ему ларек. Ларек? Тут есть где-то ларек, скажи, где он, пожалуйста. Туда пойдешь. Потом туда пойдешь. Потом туда пойдешь. Так, и чё? Потом резкий. Пойдешь. Ладно, все, Зиночка, я понял, что нужно куда-то туда идти. Только мне нужен транспорт. Поеду, пожалуй, на нашей тачке. Огонь. Ладно, Зиночка, до свидания. Аккуратно. Маленьким нельзя за рулем. Да ты чё, офигела, что ли? Да какой тебе маленький? Я нормальный. Просто у меня изменилось немножко телосложение с этим вашим челленджем. Кто больше потолстел? Ладно, пора искать ларек. О, я его вижу! Вот и ларек. Тут их даже две штуки. Нифига себе. А что тут никого нет? О, вот там есть. Что? Какой нафиг джин? Какого фига там делает джин? Это же из Бравл Старса, чего? Так, ладно, здравствуйте, у вас есть еда какая-нибудь? У меня есть очень много бабосов, смотрите, я вам могу их скинуть все. Где твоя мама? Ты сдурел, что ли? Да, я взрослый, просто у меня челлендж, кто больше потолстеет. Я, короче, потолстел, но роста ниже чуть-чуть стал. Мальчик? Что тебе надо? Не слышу, писки какие-то. Да сам ты, дай мне, короче, это, еду, пожалуйста. Мне нужно потолстеть, капец, как много. Ты же джин все-таки, наверное, желание исполняешь там. Мальчик. Да что тебе надо? Есть один способ помочь тебе, только деньги. Не помогут. Ого, даже мне деньги останутся. А что за способ помочь? Расскажешь, а? Давай, выходи сюда. Мне нужна твоя душа. Какая душа нафиг? Не, я тебе душу не продавать свою не буду. А то Влад А4 за этот челлендж только 1000 долларов предлагает. О, это что у тебя за зелька такая? О, Джин, ты где? Ты как там оказался? А
Это реальный джин, кажись, нифига себе. Я же джин, то ничего. Что за зелька такая классная? Толик, секретное зелье. Эта зелька позволяет толстеть и не видеть границ. Ого! А это все возвращает на свои места. Ого, пробуем! Только одно «но». Надо запить пепси. А я-то думаю, что ничего не произошло. Давай еще разок. И заесть лейс. Так, блин, я уж думал, что сейчас точно потолстею. Все, начинаю есть. Блинский блин. И ногу прострелить правую. Да, успокойся, джин, а. Мне, в принципе, и так должно сработать. Можешь не стрелять. Серьезно, должно сработать? Вау! Джин, ты мой спаситель! Офигеть, какой я стал большой! Я теперь точно больше карапуза. Так, все, мне нужно к карапузу срочно и вызывать Влада 4. Увидимся, джин! А душа? Какая душа? Я же тебе сказал, что душу не дам. Вот держи пепси и лейс, у меня еще остались. Хо-хо-хо. Вот это мощно! Так, где там карапузы? А, поеду-ка я домой. Скорее всего, карапуз уже дома. Карапуз, я знаю, что ты дома. Карапуз, отзовись! Мне очень... плохо. Карапуз, ты где-то здесь? Ёлки-матрёшки, это чё ещё такое? Карапуз, чё случилось с тобой? Это чё всё такое? Откуда тут столько еды? Ты чё делаешь, карапуз? Ой-ой-ой-ушки, ой-ой! Чё случилось, карапуз? Вставай! Смотри, я наконец-то добился результатов! Я реально стал больше тебя! Напишите в комменты, что я больше стал! Сейчас приду, подожди секундочку! Давай, конечно, жду. Куда это он? Не, ну в комменты-то напишите, что я все-таки больше, я челлендж выиграл! Блин, а где там кара... Что происходит? Карапуз? Ты что там наделал, рыжая башка дай пирожка? Фух! Нормас! Это что там такое за нашим домом? Так что, я победил, да? Карапуз, я тебе сейчас как? А что за... Этот А4, кажется, едет, карапуз. О-о-о! А вы что? Потолстели? Ну да, смотри, какой мощный! Посмотри, по сравнению с тобой, о, рама! Потолстели? Стоп! Челлендж на потолстение! Ну да, ты сам сказал, кто больше потолстеет, тот получит $1000. Давай $1000. Ёк, Макарёк, я перепутал. Чё ты там сказал сейчас? Кого ты перепутал? Похудеть надо было, похудеть! Ты чё, с ума сошёл? Новый челлендж. Похудеете, дам $10000. О, хорошая идея, а когда? Только одно но. В следующей серии. Хорошая идея, следующий, да, к следующей серии. Ребята, прямо сейчас вам нужно подписаться на мой канал, чтобы следующую серию не пропустить. Также я вас приглашаю поиграть на моем классном, офигенном серваке выживания ananasmine.ru. Этот сервак для телефонов. Айпишник вот здесь. Как бы ananasmine.ru это и есть айпишник. Заходите, поиграем. Посмотрите другие видео с канала. Увидимся в следующем ролике. Пока. Всем пока. Хорошего дня. Удачного вечера.